Стало известно количество потерь личного состава и техники российских вооруженных сил в Украине. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, в результате боев обезврежено 34 850 российских военнослужащих. Кроме того, атакующая сторона потеряла 1532 танка, 3659 боевых бронированных машин, 764 артиллерийских систем, 243 реактивных систем залпового огня, 99 средств ПВО, 217 военных самолетов, 184 вертолета, 630 беспилотников, 2564 единицы автомобильной техники и топливных баков, 60 единиц спецтехники.